Всем привет! Меня зовут Света, и сегодня я расскажу вам о некоторых полезных аксессуарах для ухода за ребенком Манчкин. Поехали! Большинство малышей любят пробовать новые вкусы, а их мамы с нетерпением ждут, когда же можно угостить ребенка первым яблочком, бананом или печеньем. И мы рекомендуем начинать такое знакомство с помощью специального ниблера. В него очень просто положить продукт, закрыть и предложить малышу. И тогда он точно не подавится и будет наслаждаться новыми продуктами. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и ждите новых выпусков.